Та зовут Кирюша. Да, ему 15 лет. Hosha woont samen met zijn ouders en kat Kirusha in de Oekraïnse hoofdstad. Toen 2 maanden geleden de oorlog uitbrak, zijn veel mensen gevlucht. Maar Hosha en zijn gezin bleven hier. Потому что нам некуда ехать. Нет никаких друзей, которые могли бы где-то приютить. Поэтому мы решили остаться дома. Maar hun leven in Kiev is sindsdien allesbehalve normaal. Ну, сейчас уже меньше стал пугаться, но раньше, когда только началась война, было очень страшно. Взрывы слышны, сирены. Еще нету нигде бомбоубежища рядом. Вот тут первые 2 недели после начала войны мы спали в коридоре на... Тут на матрасах. Это безопаснее, потому что в коридоре стоит стена капитальная, крепкая, которая при взрыве не рухнет. И тяжело было очень уснуть, и страшно, сирены воют, и взрывы слышны. Вот на окна мы наклеили скотч, чтобы в случае, если окна разлетятся, то было меньше осколков. Hosha kan niet meer naar school, want die is sinds het begin van de oorlog dicht. Daarom krijgt hij online les. И сказав їй про що, що вона має шанс? Ну, немного, да. Хочеться з друзями вже увидіться. Більшість в інші країни поїхали. Нікого не залишилось в Києві. Ook al zijn er nu geen gevechten meer rondom de stad, veel winkels en andere gebouwen zijn nog steeds dicht. Ook het zwembad waar Hosha vaak kwam. Да, скучно очень. По сравнению с жизнью до войны. Af en toe gaat hij naar buiten. Daar ziet hij andere jongeren uit zijn buurt die net als hij zijn gebleven. Конечно, грустно и сосед, but привыкли все уже слышать эти ужасные новости. Но мы улыбаемся и верим в хорошее, то что все наладится. En ondertussen proberen veel Oekraïners elkaar te helpen. Ook Hosha en zijn vrienden doen mee. Ze zamelen eten in voor mensen die het nodig hebben. Коробки, мука, консервы, печенье, масло подсолнечное и чипсы кокос. Я рад тому, что могу помогать людям. Очень хорошо себя чувствую, когда помогаю. Hosha hoopt dat de oorlog snel voorbij is en dat de stad weer net zo wordt als vroeger.